Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить ваши новые изделия Гроя. В комплект входят следующие компоненты. Для сборки вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Перед демонтажом старого смесителя убедитесь, что горячая вода подается слева, а холодная справа. Если это не так, обратитесь к специалисту. Перекройте подачу воды перед демонтажом старого смесителя, подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений, возьмите инструкции по установке и обязательно сохраните их после установки. Привинтите эксцентрики к штуцерам в стене, чтобы они выступали приблизительно на 42 мм. Привинтите декоративные розетки к стене. Отрегулируйте зазор, чтобы расстояние между центрами декоративных элементов составляло 150 мм, а затем проверьте уровень их расположения. При необходимости отрегулируйте. Установите смеситель и прочно затяните гайки, не должны касаться декоративных элементов. При необходимости отрегулируйте и проверьте горизонтальность, демонтируйте все. Отметьте глубину между эксцентриками и стеной. Обеспечьте уплотнение резьбы эксцентрика с помощью ленты ФУМ, наматываемой в направлении затягивания. Затяните эксцентрики с помощью 22-мм гаечного ключа с открытым зевом. Отрегулируйте эксцентрики таким образом, чтобы расстояние между центрами составляло 150 мм, а глубина была такой же, как было определено в ходе предыдущих измерений. Затем проверьте горизонтальность их взаимного положения с помощью уровня. Нанесите силиконовые уплотнения между стеной и эксцентриковыми соединителями. Привинтите декоративные элементы к эксцентрикам, затем снимите красные и синие колпачки со смесителя. Убедитесь в правильности расположения фильтров, при этом закругленная сторона должна быть обращена внутрь. Установите смеситель на эксцентрики, не устанавливая дополнительных уплотнений, затем затяните гайки с помощью 32-мм гаечного ключа с открытым зевом. С помощью уровня убедитесь в горизонтальности смесителя, при необходимости отрегулируйте его. Проверьте герметичность, включив подачу воды на смеситель. Теперь убедитесь, что термостатический смеситель работает нормально. С использованием термометра. Проверьте температуру воды, если она равна 38 градусам Цельсия, когда направляющая ручки совмещается с отметкой 38C на корпусе душа, регулировка не требуется. Если нужна регулировка, закройте отверстие для слива воды, снимите крышку ручки смесителя с помощью небольшой плоской отвертки, ослабьте винт, затем снимите ручку, пустите воду. Отрегулируйте термоэлемент, поворачивая черный элемент с насечкой, пока температура не достигнет 38 градусов Цельсия. Установите ручку обратно, чтобы направляющая на ручке была направлена на 38C. Привинтите ручку и снова установите крышку. Проверьте правильность положения уплотнения в шланге, а затем прикрутите конец на смеситель. Убедитесь, что душевая головка работает нормально.
Поздравляем, вы закончили установку вашего нового изделия Groer. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groer.com/ru.